Ежегодно на территории Брестского региона фиксируются факты, когда неумелое обращение с оружием и боеприпасами приводит к травмам, а часто к летальному исходу. В 2016 году сотрудниками органов внутренних дел из нелегального оборота изъято свыше 120 единиц незарегистрированного оружия и более 4000 боеприпасов. На добровольной основе сдано около 130 единиц неучтенного и свыше 6500 патронов к огнестрельному оружию. К уголовной ответственности привлечено 74 человека. Около 300 к административной. Вывод один: с оружием шутки плохи. Наша задача в рамках этого без малого месяца периода провести вот эти мероприятия с населением, с нашим населением. Вот. И мы видим результат, что из года в год преступлений насильственного толка с применением оружия становится все меньше. Напомним, в соответствии с законом людям запрещается хранить и использовать найденное или переданное оружие, собственником которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. Именно так и поступил брещанин, проживающий в Ленинском районе Бреста, принявший для себя решение сдать незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье. Ранним утром в первый день месячника он обратился в управление внутренних дел администрации Ленинского района. Не надо ждать до последнего, хранить его на всякий случай, это оружие, потому что когда-нибудь любое ружье, оно может выстрелить и принести беду не только самому человеку, который принес, его родственникам и близким, так что нужно принимать это решение, если вы где-то его нашли, где-то, может быть, при разборке дома, как это было совсем недавно, человек в нашем районе разбирал дом, на крыше нашел пистолет, сразу же принял для себя решение, сдал его в органы внутренних дел. Человек, который сдает такое оружие, не зарегистрированное в органах внутренних дел, в том числе и боеприпасы к нему, освобождается от уголовной и административной ответственности, так что бояться здесь нету. Люди, которые к нам обращаются, никто из них не был не привлечен, одни только благодарности. Если вы хотите добровольно сдать, а также сообщить о незаконных фактах хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, вы можете сообщить об этом по телефону 102. Неучтенное оружие примут в любом отделе внутренних дел Брестской области. Однако не обязательно самостоятельно вести оружие в пункты сдачи. Сотрудники правопорядка могут сами приехать к вам и забрать его. Конфиденциальность гарантируется.